Всем привет, меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будут детско-хозяйственные покупки из Икеи и Ашана. Ну и давайте начнем с детских игрушек. Первое, зачем мы ездили в Икею, это вот наконец-то купили вот эти вот всем известные икеевские игрушки. Такой вот лабиринт, Макс вообще пришелся очень по вкусу, он классный, большой. Следующая, вот такая вот игрушка, забивать вот эти вот разноцветные гвозди молоточком, там переворачиваете и в другую сторону их забиваете. Тоже знаменитая икеевская игрушка, всем детям нравится. Макс сейчас больше, конечно, обсасывает этот молоточек, но я его учу, он знает очень хорошо слово «бух», и вот именно «бух-бух» молоточком пытается что-то сделать. Также взяли вот такой вот сортир икеевский, домик с четырьмя отверстиями, и здесь по две фигурки в каждое отверстие. Они одного цвета, ну вот, например, две желтенькие, вот такие вот одинаковые две, оранжевые, синие и розовые. Классный, прикольный домик, он деревянный, крыша пластиковая. Единственное, что мне не нравится, это то, что крыша, ну вот, легко снимается, ставится. Было бы гораздо удобнее, если бы она была, ну, допустим, с одной стороны на петлях, чтобы она откидывалась и ставилась на место. И сейчас происходит так, что Макс эту крышу забрал и уполз с ней в неизвестном направлении. В общем, ну, как-то не очень, мне кажется, это продумано. А вообще такой домик прикольный, добротный, такой классный. О, давно я очень уже искала и никак нигде не могла найти. Почему-то какая-то вот проблема у нас в магазинах вот с подобными игрушками, вкладышами, такими вот пазлами. Нашла в Ашане, и то не в нашем ближайшем, в котором мы затариваемся, а специально поехали в большой Ашан. Вообще игрушка классная, яркая, и она развивает просто какое-то феноменальное количество всяких навыков, поэтому вот очень давно я за ними гоняюсь. И, кстати, есть они на Алиэкспрессе, но там стоят где-то 300 с чем-то рублей, в Ашане я купила за 230. Также еще из детского вот такой вот грызунок появился, а бабочка, она такая вот, у нее ненавязчивая звяколка, и разные грызунки силиконовые, вот здесь вот пластиковые. Максу нравится, он грызет, трясет, прям такая прикольная штука, очень даже актуальна сейчас. Такой вот капитошка, в общем, пока Максу рановато, он его тянет в рот, пока еще не понимает, что его надо мять, вот как-то вот именно для пальчиков, пока его откладываю. Пальчиковые краски хочу уже с Максом попробовать порисовать, сделать ладошки, именно пальчики, дорожки рисовать красками, но нужно еще запастись обоями. Хочу это делать на полу, в общем, чтобы ничего не стесняло наших движений с ним, раскатать просто по всему полу обои и творить. Для этих же целей купила восковые мелки, вот два набора, чтобы делать печатки из красок, такой вот прикольный валик и всякие разные именно печатки разных форм, но это пока еще рановато, если валиком еще можно, сейчас, ну, прокатываете, будет видна дорожка, мне кажется, сейчас нам все будет интересно. То вот эти, конечно, рановато, но я увидела и взяла, потому что больше нигде не видела, вот в Ашане купила. И вот такой вот набор взяла, это, конечно, ну, совсем рано, но, опять же, я нигде не видела, поэтому взяла тоже в Ашане. Это такое тесто пластилин, и здесь несколько маленьких-маленьких формочек, в общем, что-то лепите, формочки, как вот от печенья, тут вот звездочка, елочка. Можно врезать этими формочками фигурки, что-то лепить, как из пластилина. Здесь разные цвета, в общем, такой прикольный наборчик. Ну, естественно, не могла я уехать из Икеи без сладостей. Вот такие вот печеньки купила. Первый раз попробовать, с миндалем еще их не пробовали. И вот эти вот шоколадки, я их покупаю всегда, они мега вкусные. Горький шоколад, обычный молочный шоколад. И я на самом деле больше всего вот из этой серии люблю в зеленой упаковке шоколадку, она с орешками. Но почему-то ее не было, поэтому
Вот такой вот улов у меня в этот раз. Ну что, плавно перетекаем в хозяйственные покупки. В Икее взяла вот такой вот набор из 3 контейнеров. Я в них планирую замораживать супы. Они как раз вот такого подходящего размера именно на суповую порцию. Также взяла вот такие вот пакеты на зажимах с замочком. Тоже удобно, я Максу сейчас пирожки готовлю сама, поэтому замораживать овощи я сразу, знаете, вот чищу, режу на кусочки морковку, разделываю на соцветия цветную капусту, брокколи и замораживаю, мне так удобнее. Поэтому вот такие вот пакеты также для ягод, для грибов, сейчас пойдут всякие, ну вот фрукты, овощи, ягоды, вот такие пакеты вообще это супер вещь. Ванильная свечка, но видите, какая неприятность у меня с ней произошла, я ее уронила и в общем... Так, и в общем она у меня в дребезге вот так вот разбилась, и не могу ее достать, она так плотно приклеена к этому стеклу. В общем, сейчас буду просить мужа как-то ее достать, и даже не знаю, либо просто на блюдце, либо в какой-то другой стакан ее ставить, чтобы жечь. Пахнет просто безумно вкусно. У нее, знаете, было нарисовано здесь сверху обычно ванильное мороженое. Пахнет безумно, конечно, очень-очень жаль, что она разбилась. Ну и дальше просто неприкрытая реклама ашановской фирмы, вот это каждый день. На самом деле есть неплохие, очень даже неплохие вещи вот этой фирмы, и дешевые, а есть, ну, откровенно говоря, не очень. Ну давайте начнем с того, что я всегда покупаю, это вот такие вот салфетки в коробке. 100 штук, они двухслойные, классные, довольно плотные. Я уже много лет пользуюсь такими салфетками, всегда их беру, когда бываю в Ашане, они у меня всегда есть. Пакетики для завтраков, тоже пользуюсь уже много лет, у них прям идеально, очень удобный для меня размер, и там сыр, колбасу убрать, и ну круассанчик там можно собрать на работу, ну вот классные, тоже пользуюсь с удовольствием. Дальше из разряда не очень, такие вот влажные салфетки для мебели и кожи, для стекол, для свечей, печей и холодильников. Ерунда полная, они чуть влажные, не справляются со своей задачей, вот от этих салфеток для стекол, на стеклах, зеркалах разводы потом. В общем, ерунда, вот это абсолютно не рекомендую. Также взяла попробовать таблетки для посудомойки, хочу заценить, они очень бюджетные, еще не открывала, попробую. Взяла именно маленькую упаковочку, здесь всего 10 штук. Именно на пробу, посмотрю, как пойдет. И также взяла рамки для фотографии, 13 на 18 три рамки и 10 на 15 одна. Хочу дополнить эту свою композицию с фотографией в комнате на стене. Мне очень нравится вообще, когда фотографии на стене, это так здорово. Я их периодически смотрю, вспоминаю, сейчас Максу показываю, он уже там смотрит, показывает, где мама, где папа, тоже рассматривает. Ему интересно смотреть сейчас на фотографии. Еще вот такую вот рамочку купила в Ашане, формата А4, но это просто ужасная рамка. В нее ужасно вставляются фотографии, вот эти вот... Короче, блин, ну, такая вся очень хлипкая, все плохо. Во-вторых, меня бесит просто, как печатают фотографии. Вот фотография снята на профессиональный фотоаппарат. Это вот мы были на Крошка-концерте, вы знаете, кто на меня подписан в Инстаграме. Но почему вот здесь вот белые полосы? Рамка формата А4, я ее перемеряла по сантиметрам, она прям вот А4 идеально. Ну вот почему? А здесь я чуть-чуть подрезала, а вот с этих здесь вот белые полосы. Ну прям вот я не знаю. И из этого расчета рамочки, которые, оно как бы вот с рамочками вот здесь вот, они лучше, потому что они скрывают вот эти вот недостатки, недочеты, а в этой сразу, конечно, все видно. Ну, не знаю, я какую-то бумагу надо найти, может быть, бежевую, что ли, или серую, чтобы вот, ну, не так сильно выделялась, и подложить под фотографию. Возможно, будет лучше. Ну все, ко мне приполз маленький помощник, это значит, что пора закругляться и прощаться с вами. Надеюсь, видео было вам интересно, полезно. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на мой канал, если еще не подписаны. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока!